Это вместо заставочки. Ха-ха-ха-ха. Всем здравствуйте, меня зовут Александр. Все, кто сегодня будет участвовать в сегодняшнем турнире, все меня знают, проходили технику безопасности, проходили регистрацию, все объясняли, показывали, да, стримили, да, кто будет выходить на горбеж. А кто выбыл из серии, номер отдает Сергею. Да? Да. Все, начинаем. Приглашаются участники под номерами 4 и 25. Беруши видим в ушах, уши берегут, очки защитные, пулезащитные, назовем их так. Пулезащитные очки тоже. Сильными пришли, но еще лучше, еще здоровее. То есть вы решаете выяснить, кто в доме мужик, кто в доме хозяин. Итак, стволы в руках. Да, мы с Артем приготовили много шуток по стволу. Да, нам сказали, что дети будут, мы такие типа окей. О, все, да. Да. Типа 18+. Только. Со стволами. Вчера. Ты вчера, сегодня? Я вчера. Я вчера был в двух заведениях, Мурманска, девушки вчера били. Фига, вот это да. Это казачок за стволы. 11:22. 11:32, да? А вот смотришь боевики, когда думаешь, что так легко стрелять, там прямо с 50 метров попадают в глаз, я не знаю, белки. Здесь фиг. Хвостик. Хвост, под хвост. У нас сегодня дуэльные правила. Напоминаем, что попер надо разбивать в последнюю очередь. Если есть силы, то потратьте их на попер. Ну, прикольно. И для хорошего момента. Но она перенервничала, давайте поаплодируем. Ничего страшного. Выбрали, сколько там получается, 19 лучших, 19 плюс 1 проигравший,
Чтоб 20 было. А кого вы добрали? Тут своего или там? Отлично. Сегодня же праздник. Сегодня праздник, да. А кто счастливчик? Кого добрали? Сереж, давай с Пауэрфэн. Тут люди есть. Давай. А ведущий он? Конечно. Давай. Воу, вот это план, ребят. Я сразу во второй тур прошел. Понятно, да? Все куплено. Я сейчас еще попрошу, чтобы человек стоял сзади. Мне кажется, в этот момент девушки говорят, попадите, пожалуйста. Оп. Это пистолет. Надо держать его так. Серега! А вы! Итак, первое место.
Здесь у нас Фархад Моисеенко. Аплодисменты! Большое здоровое место! Громкие-громкие аплодисменты! Смотри, этот человек инсталлем, он себя снимает постоянно. Yeah. Друзья, айфон! Итак, давайте, друзья, памятная фотография по поводу сегодняшнего праздника, по поводу наших победителей. Давайте еще поаплодируем.